in Russia is the winner of World Cup 2015 in Moscow. Его соперник в силе форме Бекназар Арангу представляет сборную команду Кыргызстана и является чемпионом Азиатских игр 2017 года. In blue, representing Kyrgyzstan as the winner of Asian Games 2017. Thank you.
чемпион мира 2017 года весовой категории 84 килограмма боевое самбо. Должен быть world champion по комбо самбо 74 kilos, representing Kyrgyzstan. Я стану почетно приглашать спортсменки из категории до 60.